Семена целлюлозии гребенчатый коралловый сад. Коралловый сад – самый простой способ вырастить этот удивительный цветок. Высевание производят в конце мая, когда воздух и почва достаточно прогреты. Растение светолюбивое. Участки для посева выбирают хорошо освещенные, дренированные, защищенные от порывов ветра. Целлюлозия боится заморозков, переувлажнения, негативно реагирует на органические удобрения. Кусты этого сорта низкорослые, до 35 см. Окраска соцветий целлюлозии коралловый сад яркая, разнообразная. Цветение с мая по октябрь. Используют привлекательные кусты для озеленения и создания красочных композиций. Целлюлозия гребенчатая коралловый сад – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для миксбордеров. Целлюлозия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания целлюлозии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает целлюлозия гребенчатая коралловый сад в месяц июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.